Он брейкдансит. Я ломаю брейкданс! Кто так умеет? Кто? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Подлючка, Гусуняк, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Салам алейкум, братья. Ребятушки, мы скачали очень классный мод на монстров Garden of Banban. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор на крутых монстров. Погнали. Так, пацаны, они очень жесткие, поэтому готовьтесь. Первый у нас Урсет Банбалела. Банбалена. Вот это они, ребята, жесткие. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ай. Ролики выходят каждый день. Мы стараемся снимать что-то очень классное и хайповое. Кстати, он стреляется, да, из кишков? Да, он что-то даже поджигает, что ли. Ну да, прикольно, кстати. Я вообще не ожидал, что они будут стрелять. Ого. Это какое-то чучело полноценное. Ну да, блин, классно они стреляют. Прям такие эффекты, аж плавится воздух. Это что, Бакс Банни, что ли? Ну, наверное, а, да. Вернуться, кстати, нельзя от него. Вообще никак. Вот, смотрите, летят снаряды. Офигеть, ой, они мощные. Они нереально мощные. Так, берем оружие, будем проверять, у кого сколько жизни, потому что монстров много, надо сегодня успеть всех посмотреть. Все, погнал, и его замочил меня. Очень. Мочите, мочите его. Уже сразу надо что-то мощное брать. Ой-ой-ой, он сразу меня завалил. Не, ребят, что-то они очень мощные. Просто нереально. А вы его убили? Нет. А вот он, а вот он бегает. Так, надо какое-то оружие нам сразу, наверное, брать какое-то мощное. Потому что мы будем долго мочить. Давай админский пистолет бери, Гусанёк. Будем их мочить так. Потому что чувствую, это долгая песня. Все, улетел. Следующий у нас Курсет Бан-Бан. О, блин, они такие страшные. Просто офигеть. Ребята, не забываем обязательно ставить лайкосик, потому что... Это очень классный мод, и он заслуживает наших страданий, потому что в этом ролике, честно, будем много раз умирать. Ого, он стреляет! Красный эффект такой, когда он стреляет. Какой-то лазерный. Очень стрём. Давайте проверим, можно в него вселиться? А, в него можно вселяться, кстати. Но это мы в следующих роликах, наверное, поиспользуем. Я думаю, не вселяться в них. Пока мы обзорчик сделаем. Вот это у него язык. Ты его админским пистолетом убил? Да. А, я понял, думал, обычным оружием. Следующий у нас Паддис. Фадлис. Такой прикольный. Какой-то. И название у него такое же, какое-то голимое. А он стреляет, интересно? Давайте отойдем подальше, проверим. А что у него на спине? Ребра. Смотрите, ребра. А, прям в меня. Четко попадает. Я же чихнул. Это правда, что у него ребра? Ну да, да, да. Ой, не попал. А давай еще раз. Да, в него тяжело попадать. Кстати, он из всех, наверное, самый медленный, да, пацаны? Да. Да, жизни у них реально много, ребята. Жизни многовато. Так, давайте я возьму админский пистолет, чтобы он у меня тоже был. А, ну вот такими патронами. А, вот такими уничтожаться на правую кнопку мыши. Будем смотреть, сколько выстрелов. 3 выстрела он выдержал. Следующий у нас Джамбо Джош. Вот это он стрёмный! Нереально стремнячий, вообще челик. А он стреляет или нет? Давайте проверим. Вроде не стреляет. Нет. Я не умру в туалете. Я умер. Поздравься. Все-таки. А, не умер. Он даже из CRSM оружия не умирает. Да я в него попадаю довольно-таки неплохо. Ого, у него жизни много, тот с 3 выстрелов умер, этот просто нереально мощный. У него анимация есть, ребята, он меня съел. Да? Да, смотрите, кровище идет с меня. Дима, ты что, такой кровяной? У них анимация есть, это круто. А что он красным стал? Это, наверное, другая у него это. Он быстрый стал. Быстрый стал. Получается, у них что, есть разные стадии? Да. Так, следующий у нас Апила Бёрд. Ого, попугай смешной такой. Ребята, класс. Настроение отличнейшее. Надеюсь, наши ролики поднимают вам настроение на 100%. Давай, давай, мочи. Такое оружие медленно у тебя. Сейчас мы его немножечко раним и проверим, будет у него тоже другая стадия.
Вот это админский пистолет реально мощный. И нифига. Это рано спит, был такой. У него анимация. Анимация? А ну ты дайте меня убьет он. Да. Я он хочу прям проверить. Тебя берет. Может он когда убивает, тогда у него есть другая стадия. Он съел! А, не, у меня нет анимации, но я видел, как он клювом сожрал. А меня он сожрал. Прям схватил. Кусай! Я знаю, что это такой, это гусанёк мутации. Все, я убил его. Отлично, так прикольно отлетел. Так, следующий у нас... Стинж... Блин. Ой-ой-ой, какой он стрёмный. Как-то у него это анимация ходьбы. Это ж медуза. Это медуза? О, тоже анимация, а. Смотрите. Черные штуки какие-то летают. Они убивают, интересно, или нет? Давайте проверим. Ой-ой-ой, сразу убило. Блин, да это босс какой-то. И смотрите, они прям летают по всей карте. Ну, на определенном участке. А, все, кончились. Он очень быстрый. Но я его замочу. Один из пистолет лучшая. Ого, это он стрелял? А, я думал, это он стрельнул. Думаю, со спины. Живой он? А все, убил. Нет, умер. Все, а монетка, наверное, да, замочили его, пацаны? Да. Да. Так, следующий у нас пак тоже. Гарден Банбан, но это уже вторая часть. Бэйби Апила Бёрд. О, это маленький телепиздрик. Это маленький. Это маленький Санька. Ой, склевал. Бывает, труп пропадает сразу, бывает нет. Сюда по-разному. Мочите, мочите его. Ай, ты зараза, а? Мощный, мощный, очень мощный. Да сколько же у него жизни, а? Так, я понял. Погнали. Аккурат. О, этот, я сейчас помру. Он бессмертный. Да не, я вижу, он нормально, он смертный, все четко. Так, следующий у нас... Бамба Лена. Баба Лена. А че он так прикольно ходит? Давайте проверим, анимация есть о нем. Сюда по-разному убивает. Классно ходит вообще. Он крадется. Он крадет. Угон мощный. Я сколько у него патронов высадил, вообще нифига. О, все, склеился. Так, следующий у нас. Ну, кстати, с админского пистолета долго убивает. Бан-бан. Просто бан-бан. А, он такой же самый. А-а-а. Только он другая текстурка, красный. Да? Да. Так. Ой, боже. Помогайте. Ай. А, блин, смотрите. Пошел, давай, гусанек, мочи его. Все, отлично, склеился. Следующий у нас капитан Фидлес. Блин, он такой смешной. Маленький. Слышь, ты чё ко мне привязался? Отвали. Ну он медленный. А ну пусть убьет, может у него есть... Ладно, у него уже ничего нету. Джумба Джош. Ого, кулачище. А ну пусть убьет меня. Это боксер. Дима, это боксер. Боксер? Нормально боксирует он. А ну и пусть еще раз убьет. Все-таки, может у него есть какая-то анимация? Не, не мог. Он просто лапами своими забивает до смерти. Так, пошло, пошло, есть. Все. Попи шерсть. Так, следующий у нас мини Джош. О, это маленький, но он быстрее. Так он уже головой, кстати, бьет. Лупашит башкой своей. Тот бил. Вот тоже, а мне потому что он на это руками бил. А где он? Вот он потел меня. А, вижу. Я псих, я убью тебя. А я знаю, что ты псих, меня убил. Я обстоятельство. Мастер, мистер Икс. Ого! Ого! Это что, земля дрожит, когда он ходит. Это инопланетянин. Бегите. Бегите, земля. А, ладно. Беги, беги. Ой-ой-ой-ой, чё он на расстоянии убивает? Он читак. Блин, это жесть. Да боже. Надо просто отойти. Инопланетянин, да, говоришь? Да, у него а он не достает помещение. А, да, он не может зайти, кстати. Так, где мой админский пистолет? Давай, зараза, иди сюда. Проверим, сколько у тебя жизни. Довольно-таки немного. Наб-наб. Фиг прочитаешь. Ай. А чё это с ним? У него рот большой. Эй, инопланетянин, ты чё за брейк залобал? Ого, смотрите, какой он стрёмный. Не бей. А ну пусть убьёт, какая у него анимация? Я тут. Давай, иди сюда.
Пусть замочит меня. Ай, блин, нет никакой анимации. Сразу двоих сожрал. Это, короче, папа хэдкраба. Да-да-да, такой большой. Следующий у нас Апила Бёрд. О, это уже большая Апила Бёрд. Это старше. Это старше Апила Бёрд, да. Это мать. Ага. А, блин, от него не убежать. Ого, что там с трупом делается? А, все убей. А, не, вон он бегает. Так, где мой пистолет? Пистолютик. Блин, не берет. Ну этот пистолет реально мощный, он его не берет. Так, 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 пацаны решили шарами закидать. Все, есть, убили. Пушка серии СМ2, так что довольно-таки мощная. Следующий у нас шериф Тодстер. Ты что за бред? Вот шериф, пацаны, вы видели такое? Вот это он такой именно на расстоянии мочит. Шериф суслик какой-то. О, блин, он жопой как-то бьет или как? Не, боком. Боком, да? Боком что ли? А ну давай, иди сюда, щенок. Блин, ну жизни много у него. Кстати, с винекопом можно. А, так легко. Ты админский пистолет там убил или нет? Да. Так, поехали. Слоу Селин. Ора! Ну как для улитки это не слоу. Утка. Давайте его попробуем обычным оружием замочить. Просто интересно, сможем мы или нет без админского пекаля. Все-таки улитка же. А я говорю утка. Пропадаж пошел. Что-то не попадает твое оружие, а вот попадает, да-да-да, есть. Давайте с арбалета. Четкое попадание. Не попал. Четенько. У него такие звуки ржачные. А я их не слышу. Я за полету послушаю. Давай, давай. Ай! Аккуратно. О, все, убили обычным оружием. Убили. О, что у него за текстура такая стрёмная. Говно повылазило. Так, ребята, последний. Стинджер Флинн. Ой-ой-ой, какой-то... Что это у нас? Медуза на лапах? Что медуза, это? Медуза, да. Так, давайте тоже попробуем обычной ворушкой замочить. Это я просто проверяю, чтобы на следующем ролике мы сделаем убегание от них. Так, прощай, ой. Давай. У меня съели. Еще один глаз. На, попей. А, гранатами его тяжело. Ему невкусно, Дима. А, блин, он догонит сейчас меня. Эй, ты что, меня догнать решил? Да ладно, убил. Нифига себе, моща. Я ему поддался, конечно, на самом деле. Ага, расскажи. Так, давайте я тоже возьму оружие. Серия Сэм. Он от минигана не умирает. Где мой попугай вонючий? Спасибо, попугай. О, миниган, погнал. Есть, всё. Убил, убил. Так, знаете, кого я еще раз хочу поставить напоследок? Мистер Икс. А ну. Он очень классный. Он просто гигантский. Давайте его тоже без админского пекаля попробуем замочить. Только, мне кажется, это будет очень сложно. Да пофиг. Можем? Пацаны, или не сможем? Можем, думаю. Так, давайте с минигана. Блин, он классный, он здоровенный просто. Попадаю, попадаю. Все? Все. Вот это он начинает какой-то фигня. Инопланетяне, нормально. Его колбасит, ты его бросил, он так будет колбаситься. Он брейкдансит. Я ломаю брейкданс. Кто так умеет? Кто? Блин, ну это круто, реально как брейк ломает. Щетка! На голове просто. Еще так руки раздвинул. Блин, классно. Может, это разработчик специально так задумал, чтобы он брейк ломал? Да, может. А что-то у него между ног торчит. А, то мне. То нет, то показало это. Это короче, держится между ног и так делает, лупашит. Нормально. И что, он так долго будет крутиться, пацаны? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанек, Профит, Серега. Пацаны, поздоровайтесь. Приветики, амблетики. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика. Серега предложил записать, какой монстр самый быстрый. Если тебе текушки, приятного аппетита. А мы начинаем тестировать крутых и страшных монстров на скорость. Погнали. Раз, два, три. Серега, мы с тобой одинаково бежим. Я тебя перегоняю все равно. А, ну да, кстати, есть немножко скорость у тебя, больше, чем у меня. Это очень странно. Так, ребята, раз Серега у нас победитель, он монстра менять не будет. Поменяли мы монстров и посмотрим, может, Серега опять на всех выиграет. Ты что, давай, Серега, свой фирменный отчет. Раз, два, пять.
А что так, блин? А я догоняю Серегу! И пере... Ах ты! Ой-ой-ой! Все, все, у нас есть победитель. Победитель, очень гигантский монстр. Да, Серега, отчитывай. Надеюсь, я выиграю. Раз, два, один. А ты задрал так отчитывать. И опять у нас есть победитель. Если он будет всех перегонять, значит, он будет победителем по скорости среди всех монстров. Пока есть у нас Мистер Икс самый быстрый. Я беру улитку. О, кстати, эта улитка не такая уж и медленная. Так, а я тогда переключаюсь на следующий раздел, и у нас тут уже идут другие монстры. Так, Курсет Банбан. Ого, он стрёмный. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Если хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Давай, Серега, погнали. Раз, два, три. Улиточка там сзади. Вообще еле-еле. Че вы плететесь? Так, Мистер Икс у нас пока весь побеждает. Но я вам скажу, ребята, так, что в следующей паке там будут настолько быстрые монстры, что этот Мистер Икс будет по сравнению с ними очень медленный. Так, давай, Сережечка, вы готовы? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, раз, где четвертый? Два, три. Давай, давай, я сделал все! Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Я так надеялся, что я выиграю. Ну что-то, ребята, пошло не так. Мистер Икс, он как-то разгоняется. Он не сразу, да, быстро идет? Да. Гон ходит, смотрите, да. Земля аж дрожит. Вот это жесть. Да, а вот этот пак, я вам скажу, уже довольно-таки здесь быстрые у нас челики. Надеюсь, сейчас Мистер Икс уйдет в небытие. Так, давай, Серега, мы готовы. Я не знаю. 5, 4, 1. А ты, как ты хит! Все, смотрите, у нас есть победитель. Это я. Это реально мощный, ребята, монстр. Вот это у него скорость нереальная. Суперсоник. А что, ну пробеги возле меня. Мне кажется, если сейчас какой у нас монстр выиграет, мы его сейчас затестим с автомобилем. Мне кажется, это будет прикольно, да, Серега? Да, да. С тачкой. Так что, ребята, досмотрите ролик до конца, эти тесты будут очень крутые. Так, берем следующую партию. Ха-ха, вот это он смешной. Да, вот это... Он брейк-дэнсит. Серега, мне кажется, ты будешь победителем. Ну, посмотрим. Давай, отчитай. 2, 10. Блин, ну Серега все равно... А давай, Серега, еще раз с тобой отсюда побежим. Стой, давай. Давай, да, с финиша, давай. 3. 1, 2, 3. Нет, все равно, смотрите, он быстрее меня. Блин, ну я надеялся, что я не проиграю. Но Серега пока у нас фаворит. Серега, ну ты прям читерского себе монстра взял, я тебе скажу. Я не знаю, какой на глаза попался, такой увидел. Так, этого мы не тестили или тестили? Нет, это не тестили, челепиздрику. Так, давай, Сережечка, мы готовы? 5, 4, 3, 2, 0. Давай, давай, я Серегу где... Да ты... А чё, синий быстрее, погоди, чем ты? Погоди, мне кажется, вы не одинаково стартанули, да? Давайте отсюда. Да, стой, куда побежал? Он буксует нормально так. Сейчас проверим все таки кто из вас быстрее. Только давайте я отсчитаю, что вы четко стартанули. Давай. Раз, два, три. Не, я все таки быстрее. Ты быстрее, Серега, ты быстрее. Он просто стартанул криво. О, я улетел в небытие. Стоять, стоять. Так, хорошо. Так, пацаны, давайте, сейчас у нас тест с автомобилями. Раз у нас есть победитель, будем брать тачку и проверять, кто же все-таки у нас быстрее. Я сейчас постараюсь, ребята, взять очень быструю спортивную машину, и мы все-таки проверим, сможет он или нет нас сделать. Вот, вот это очень быстрая тачка. Вот моя быстрее, Дим, смотри. Да не, ну ты проиграешь, сразу к тебе говорю. Сейчас мы сделаем, ребята, тест на маленькой дистанции, а потом сделаем на большой дистанции. Давай, Серега, отчитывай. Раз... Два. Стойте, фальшстарт! Да блин, ну Серега, ты обманщик! Давай, давай, возвращайся. Вот это Серега! Не, ну прикольно получается, ребята. Надеюсь, наши ролики заслуживают лайкосика, потому что мы стараемся поднять его настроение, и что было все красиво. Давай, Серега. Раз, два, три. Давай, 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 давай! Ой-ой-ой, какую уж надо тачку брать? Так, сейчас, короче, мы, ребята, делаем с этого столба и будем делать больше дистанцию. А я возьму другую тачку. Потому что, мне кажется, моя тачка что-то наполовину говно. Так, у нас есть еще более тачки быстрее. Вот. Вот эта тачечка, я вам скажу. Не, давайте, наверное, даже не это. Вот. Вот эта тачка, она нереально быстрая.
Дима, ты такую же взял. А, давайте тогда другую. Давайте я другую возьму на всякий случай, чтобы было у нас все по-разному. Вот эту возьму. Разные у нас? Нет, это тоже одинаково. Да все ж хотят быстрые. Во! Во-во-во. Ой, кстати, знаете один прикол, ребята? Есть такая фишка, что желтая машина всегда быстрее. Я не знаю, кто это придумал, это придумал я. Красную. Не, давайте с полоски начнем, чтобы было прям по-честному, всех ровно было. Сейчас, Серега, у нас дистанция чуть-чуть больше будет. Где-то на 500 метров дистанция. Понял. Отсчитай. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Смотрите, я всех сделал. Все-таки у меня машина быстрее. А как нас перегнать тебя? Не, ребята, даже вот этого монстра мы не смогли догнать. Стой, стой, стой. Давайте с этого туннеля без поворотов. Сейчас там дальше будет идти по прямой, вот в сторону финиша. Блин, а какую же тачку взять? У нас есть еще быстрее машины? А что, а как? Серега, это что за читерство с твоей стороны? Это NPC такой, Дим. Так, давайте все-таки... Тихо, стоять, 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 стоять. Вот отсюда сейчас будем начинать. И вот туда вот по прямой далеко-далеко. Напишите, ребята, в комментариях, вообще найдется ли такая машина, которая его обгонит. Мне кажется, что-то не получится у нас его обогнать. Давайте с этого возьмем машину Пака. И не вот эту вот. Сейчас, сейчас. Во, нет, тоже говно. Во, полуговно. Ладно. Давай, Серега. Раз, два, три. Мы должны догнать. Давайте, давайте, давайте. Все на shift. А сколько он километров бежит? Это нереально. А мы его не догоним никак. Не догнули. Да все, все, Серега, все, стоять, стоять. Хорошо, давайте мы сейчас тогда, знаете, что сделаем? Вот с этого места, где я сейчас стою, давай, Серега, отсюда вот, как раз с поворота. И туда до туннеля, только давайте поменяем, ребята, свойства машине. А по-другому никак, ну хотя бы, знаешь, там будет хотя бы спидометр, да, нарисованный. И мы сможем увидеть. Смотри. А смотри, если не получится, попробуй ускоритель нацепить это какой-нибудь. Я хочу хотя бы увидеть, какая вообще скорость у тебя. Так, а какой нам надо режим? Вот, Max Toggle. А ну сейчас, подожди, мы затестим. Нет, это не то. Это не то. Мы оставим его, но мы сейчас добавим. Сейчас, 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 ребятушки. Вот. Offensive. Offensive. Во, 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 отлично. А вот теперь, тихо, машина, ну ты дурочка, что ли? Ты что делаешь? Вот это я, ой-ой-ой-ой. Ну это чисто на по прямой, знаете, давать газы. Это я сейчас тронусь без шифта, а потом уже дам шифт. Давай, Серега, мы готовы. Раз, два, три. 180, 190, короче, ты где-то 180 бежишь. Нифига себе. 180 километров монстр бежит. Вот это жесть. А теперь еще раз отсюда, только я уменьшу немножко свою мощь машины. Мы сделаем вот так вот где-то. И теперь я должен наравне с тобой, Серега, бежать. Готов? Да, да, сейчас, пацаны, ой, подожди, я стану ровно, потому что чувствую, я сейчас начну сальтухи крутить. Все, давай. Раз, два, три. Смотрите, догоняю. Серега, есть! Там за 200. Серега, я ехал 200 и только на 200 начал догонять. Где-то средняя скорость, ребята, этого монстра 180-190 километров. Серега, ты представляешь, какой у тебя быстрый монстр? Это какой-то нереально мощный монстр. Так, и давайте сделаем еще последний заезд. Сейчас я возьму еще другую машину, более устойчивую, вот эту вот такую, как плоскую. Так, и у... А вот мы отсюда как раз с поворота, Серега. Только не с туннеля, а вот оттуда. Ну ты понял. Я понял, что я не понял. А, вот. Так, мы отстогл. Давайте мы сделаем вот так вот. И сейчас мы постараемся, Серега, ехать реально наравне. Я один ползунок только изменил. Больше ничего не менял. Все, давай, Серега, читы. Раз, два, три. Не-не-не, что-то не то. Что-то... Да мы тебе поддались. Ладно, еще раз. Стой, стой, стой. О, давайте вообще, может, сделаем... А ну, гонку мы не сделаем, мы на поворотах просто вылетим. На тракторе. У Сереги просто же ж нету заноса, а мы просто с трассы повылетаем. Это будет, конечно, нечестно. Я не тот ползунок изменял.
А я специально не тот ползунок. Изменяли? Так, сейчас. Эфенси, вот этот ползунок. Все. Во, это он. Давай, Серега, отчитай. Раз, два, три. Да ну, пацаны, ну мы же в команде одной, ну что вы чудите? Я так и знал, что у нас рахиты одни, каличи. Так, сейчас мы еще раз, ребят, ну все-таки мы сделаем заезд. Просто надо пацанов встать подальше. Они мне, короче, мою жопу занесли, и я вылетел с трассы, чуть ли не вылетел с трассы. Я понял, пацаны. Мне чтоб Серегой бодаться, вы между собой. Рахит. Все, давай, Серега, отчитай. Раз, два, три, жопу подотри. А вот теперь, щенок! 100. 200. 200, догоняю. Ну! Ай, в жопу врезался, Сереге. Сейчас догоню его, ребята, догоню. Я тебя сделал! Да блин, так водится выгодно. О, то тут можно ездить, ничего себе. О, тут можно. О, Серега, ты видишь, где с трассы вылетел? Я прыгнул к тебе. Вот, давай вот тут по прямой, тут поле как раз идет. Давай вот тут по прямой сделаем заезд. Сейчас только я еще улучшу чуть-чуть. Давай. 3, 2, 1. Смотрите, отрывается. И когда доходит до 200, я его начинаю догонять. 200! Короче, Серега, 200 километров твоя скорость. Монстр бегает 200 километров. Вы представляете, как насколько это быстро? У тебя, Серега, просто очень большое преимущество в том, что ты стартуешь мгновенно, а нам надо набрать скорость. Стартуем! Стартуем, я сказала! Я тебя сейчас сделаю здесь, Дима. Если вы поставите, ребята, 3000 лайков, мы здесь запишем очень крутые соревнования на автомобилях. Может, даже с монстрами. Мне кажется, это будет вообще эпик. И ей все привет, дорогие друзья. С вами Димас Гусанёк, Фриз, Угабуга. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. А так все, здравствуйте. Вышел очень крутой пак на монстров и аниматроников Slender Fortress. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Очень классный пак на монстров, детализированный, и они настолько мощные. Сейчас мы будем смотреть, как они нас будут мочить. Вы готовы, пацаны? Да. Погнали. Мгновенная смерть, я даже не успел ничего сделать. А чё они такие быстрые? Разработчик не сильно перемудрился его скоростью. У него никаких способностей, да, нету? Просто бегает, да? Только просто. Ой, пацаны, я ж не монстр. Я ж не монстр, вы чего делаете? Так, я возьму админский пистолет на всякий случай, будем проверять, насколько он мощный, сколько выдержит ударов. Да блин, он хочет меня ударить. Ого, попал! Я попал в 4 очень мощных выстрела, а ему нифига вообще. Ребята, начинается веселье. Ставим лайкосики, подписываемся обязательно на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день и снимаем самые свежайшие моды по игре Garry's Mod. И не только. И Scrap Mechanic, и BrickRix, и разные веселые игрушки. Поэтому и комментарий. Вы его убили? Молодцы! Так, ну что, давайте, у нас их очень много, поэтому надо быстро всех посмотреть. Следующий, Black Mask. Они какие-то мега быстрые, ты еще быстрее, чем был. Давайте, мочите его, мочите! Очень быстрый. Очень быстрый, мгновенно убивает. Да блин, смотрите, я даже не успел уклониться. Что такое? Что за псих? Ого, от него бомба отскакивает. Эй, псих, если ты будешь так жестко мочить, я возьму админский пистолет. Блин, мгновенно убивает. Ребята, это жесткий мод. Мне он нравится, я люблю такие жесткие моды. Где это чилипиздрик? Извини, обстоятельства. Ай! Он всех, просто всех порубал. Но это нереальный псих. Ой. Вот он, я вижу. Кстати, по шарам стоишь несколько пистолетами, и нифига. Все, я его наказал. Ребята, ну у них очень много жизни. О, Бонька, погнал. Он тоже быстрый. Мне кажется, они все быстрее и быстрее с каждым разом. Вот это психи. Ребята, если этот ролик наберет 3000 лайков, мы снимем с этими монстрами выживание. Обязательно. Кто знает, мы всегда так делаем, когда монстры заходят на моем канале. Ой, застрял Бонька. Да-да-да, давайте, можно его за это время замочить. Ой, я возьму Air 2 шары, мне кажется, это сработает. Только попасть по нему уже очень сложно. А что он там делает вообще, танцует? Мужик. Ой, попал. Он что-то расстояние убивает.
Эй, отвали, 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 монстра. Это он жесткий. Ха-ха-ха, где мой админский пистолет? Слышь, ты, тварь. Все, пацаны, я его наказал. Блин, много жизни, очень много. Чика. Еще такая же психичка. Ха-ха-ха, вот это нереально. Как она мочит. Мне кажется, с ними выживание прям жестко надо будет делать. Да ты смотри, что она делает. Ее вообще реально убить или нет? Куда она делась? А где она? Мы ее убили. Да? Похоже. Или убежала куда-то. А или где она убежала? Давайте Z нажму, проверю. Да, она убежала. Очень странно. Чика, мне кажется, ребята, тот случай, когда она обосралась с наших оружий. Так, следующий у нас Demo Pen. Это что, у него сковородка в руках? Прикольно, хорошая отсылка. Кстати, они не боятся спрыгивать с большой высоты, а пацаны не боятся меня убивать. Ну ничего, мы же веселимся. Это же Гаррис Форд для того, чтобы веселиться. А в него вообще реально попасть? Мне кажется, да. Попасть прям сложновато. И он в угол спрятался. О, мочим его за это. Сейчас чувствую, я умру, сзади бомба взрывется, да? Нормально, смотрите, сколько АР-2 шары. Его мочат, и нифига ему. А я уже понял. Мочите, мочите его, пока он застрял. Мне даже интересно, сможем его вообще обычным оружием убить или нет? Да, есть, я его убил с УЗИшки. Ой, это было так легко. Следующий у нас Дрип Полиц. Ха-ха, как он нас убил? Это что, у него оружие в руках? Он с одного удара всех убил. А как он попадает, если пуль не видно? Расстояние. У него такая куртка прикольная, какая-то, знаете, блестящая такая, ну прям эпическая курточка. Да что он делает? Эй, если ты будешь так делать, я возьму админский пистолет. Вот и все. А что понты не колотил? Ты смотри, грамотей нашелся. Наказал. Фестив Барней. It's me, я понял. С бензопилой, челик! Барни с бензопилой, но это, ребята, жестко. Че, убили его? Нет, он плавать пошел. Он плавать пошел. Ну что, дурачок что ли? А что с ними они как-то странно себя ведут? Ладно, давайте еще раз его поставим. Это смотри, что делает. Опять в воду убежал. Он плавать пошел. Ха-ха, ребята. Вы отойдите от воды. Они в этом ролике боятся нас. Не, давайте следующий. Фокси. Ой-ой-ой, мгновенная смерть. Фокси псих. Ха-ха, еще песни бегает, поет. Короче, ребята, Фокси сегодня весело. Попадай, попадай, кстати, ребятушки, попадай, нормально. Конечно, не так, как хотелось бы. Так где этот псих? Да отвали, да он хочет меня убить, пацаны, помогите. Кстати, Фокси нас не боится. Он реально нас не боится. А что ж вы делаете, я понял. Да он пират, а пираты никого не боятся. Так, шары, шары, шары. Нереально крышит, нереально. Побежал, побежал. Тихо, успокойся, псих. Не, ну ребята, увидите, когда такой неадекват, тут надо админский псих. Давайте правой кнопкой мыши его помочить. Пацаны, если кого-то убью, обстоятельства. Нифига себе, сколько он выстрела выдерживает. Убили? Нет. Нет, жив. Сзади. А! Похоже, самый шипучий. Мы его должны убить. Ребята, монстры реально какие-то читерские, согласны? Ну все, я его наказал, потому что он какой-то нереальный. Фредди Фазбер. Ох ты, блин, опять мгновенная смерть. Блин, и когда я их включаю, они сразу убивают меня. А почему так? Да что за скорость у них? Разработчик, ты что наделал? Че они такие быстрые? Вообще нереально попасть. Представьте, с этими аниматрониками записать аниматроники какой-то охранника. Вообще, возможно, будет дверь успевать открывать или закрывать. Да, в них можно вроде вселиться. Да. Так, если ты вселишься, ты будешь так же само быстро бегать, понимаешь? Кто убьет? Так, Golden Despiking. Ух, чувак! Золотой чувак с золотым мечом. Офинтеть. Пак вообще разнообразный. Красиво, да, пацаны, отлетел? Ха-ха, рыбкой вперед. А! Да ну вы ж меня мочите, а не его. Обстоятельства. Ой, красиво попал в него, ну... Шары что-то его не сильно наказывают. Похоже, надо платить. Я вижу его. Буду стараться убить. Это он светится уже?
Или он и светился так? Он меня тут светится. А может это у него какая-то другая стадия уже? Нет, он не светился. Это, ребята, стадия его злости. Есть! Попи шерсть. Молодцы, пацаны, наказали. Так, я манал, сейчас, короче, его поставлю. Буду стараться далеко держаться от них. Hell Knight. Ой-ой-ой, это монстрище. А! Он все равно меня хочет убить. А я уклонился, кстати, от него. А! Попадаем, кстати, ребят. Ну, нормально, прям лупим его. Пойдет. А смотри, что делается. Че, он убежал в воду, что ли? А, не, вон нет. Он. Попадаем, давайте, мочите. О, вы классно, что пушку взяли с Гренвича, это прикольно. Это хорошо. Упал. А что, он опять побежал плавать? А вот он, может, не может выйти. Давай, выходи, щенок! Сезон купаний. Да, что-то они, ребята, все любят покупаться. Он, кстати, тоже прикольно светится так. Ай-яй-яй, красиво я уплыл. Блин, он меня убил. А где твоя пушка? А, и пушку удалил. Разломал. Ой-ой-ой, красавчик. Да смотри, где он взялся. Нереально мощный, ребята. Это очень чиги. Сейчас еще мы его чуть помочим, если я беру админский пистолет. Молодец, красавчик. Вот эта пушка мне нравится. Так что давай, будешь сейчас мочить опять их. Так, следующий у нас Ларри Лобстер. Это тот Ларри, который со Спанч Боба? Ну да, это он. Нет, ты его так быстро убил? Хорошо. Мутант-зомби. Тихо. Чё, давай, пусть попробует нас убить. А чё он бегает и не дамажит нас? Ой. Вообще жесть. Нет мутанта. Может в конце их поставить всех прям? Ниндзя Спай. Пошел. Кстати, он умнее Рорный. А я все скачал. Мне кажется, он недоделанный еще этот пак. Ну что, он сегодня вышел только. Вот это хорошее попадание, ты молодец. Ну, кстати, эта пушка медленно поворачивается, но ты рассава попадаешь в них, так как они очень быстрые. Нутпоундер. Тихо, нутпоундер. Ой, блин, у него прикольные штуки такие в руках. Еще нету. А что, на молекулы его растворил? Даже труп исчез. Вообще жесть. Обесься. Хотя это... Ой, прикольный! Фредди с кувалдой и в шапке охранника! Сейчас его еще разок поставлю, мне он очень понравился. Тихо, псих! Я понял, пацаны сегодня очень жесткое оружие взяли, но это и хорошо! А давайте мы еще раз его поставим, мне он понравился очень! Не попал. Он сейчас тебя завалит. На, кувалдой по башке дал! Давай, мочи. Он пушку разломал, вы видели? А, или вы, наверное, удалили ее? Он, кстати, тоже светится. Да, они все как-то прикольно сделаны и светятся. А что, мы его не можем пушкой больше взорвать, не? А вот пушку послал. Давай, мочи. Хочу посмотреть, как ты его взорвешь по красоте. Это было эпично. Ребята, ролик заслуживает лайкосика. Purple Guy. Так. Тихо, пусть меня замочит. А он меня и убить не может. А не может. У него какая-то походка, как у зомби. Сейчас его с лица земли сотру. Надо подальше отойти от него. На! Так ты хотя в него не попал, а он отлетел очень жестко, я тебе скажу. Так. Сарта Блоуд. Нужен труп. Не, давай на следующую серию его оставь. Да ну подожди, пусть немножко помочит. Я понимаю, что у тебя пушка мощная. О, так это Санта. Злой Санта, да? Да. Тесак в руках, ребята. Просто замочил нас жестко. Помогите. Нет, тебе уже никто не поможет. Давай, Санта, мочи. Они как-то бегают зигзагами, да? Не по прямой. Вот смотрите, бегает и не мочит никого. А че он так себя ведет странно? А убежать от него, конечно, невозможно вообще. А никак не убежать. Тихо, псих. На! Красавчик. Давай с пушки, гаси его. Молодчик. Так, следующий у нас SCP-106. Это дед. Это дед, да, по звуку я уже понял. Убей меня, убей. Что они попадают? Они как-то странно очень двигаются в этом паке. Очень он странно.
А, стрелами вообще в него не поп... нереально. А вот попал, кстати, стрелой. Где пушка? Давай, пушечник, мочи его. Тоже будет всех нас перевалить здесь. А, и граната тоже без... О, РПГ. Есть, попал. Нет, не попал. Тяжело попасть в РПГ. На, был мега взрыв. Вот это песок сыпется. Он пушку захватил. Он за пушку сел. Это что, он сейчас будет по нам стрелять? Охотник. Ой, я его сфоткал. Я все подряд жму. Чё с ним? Молодчик, о, красавчик, все уничтожил. Так, поехали дальше. Севмо. Ой, прикольный челик. Руки связаны у него как будто. Вот это похоже на зомби. Зомбачачина какая-то нереальная. Нет. Не, ну попасть в них вообще сложно, ребят. Ну смотрите, насколько это сложно в него попасть. Давай, 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 мочи его. Давай, давай, давай. Жги его, жги. Ой. А не меня. Ничего, обстоятельства, я понял. Давай, пушечник, мы в тебя верим. Ты сможешь его уничтожить. Да ну нереально попасть. Я хоть надеюсь, разок в него попал вообще или нет. Бензопилой, давай, серия СМ-2. Да, в него еще прицелиться, ребята, очень сложно, ну нереально. Ой. Ну ничего, ничего, мне нравится. Прикольная серия, где именно мочилова жесткая. Надеюсь, подписчикам тоже такое зайдет. Убил. Убил, молодец. Шадоумен. Похоже на обычного фиолетового Фредди. Ну реально, обычный фиолетовый Фреддишки. Вообще, убить реально его или нет? У него уже все в крови. А, он меня хочет убить. Где он? А, я по всем стреляю. Ай-яй-яй, замочил. Псих какой-то. Ну, давай! А ну не меня! О, да вот это хорошая пушка, давай! Мочи его, я отлечу. Хочу посмотреть, как ты его замочишь. Ну, эта пушка прям тяжело в него попасть. Он сейчас до пушки добежит. Давайте посмотрим, что он с пушкой сделает. Такое ощущение, что он специально уклоняется. О, год его откинул. На! Он живой. Он выжил! Мы в конце ролика, ребята, всех взорвем. Мы всех поставим и лупанем их. Ладно, я бил. Мне кажется, этим пистолетиком это чисто как почесать его. Все, в углу застрял, мочим. И вечно под пули подлажу. А я не дотягиваю. А вот уже сейчас дотянется. Мы его, ребята, просто в порошок растерли. Так, и последний с этого пака. The Trapper. Ого, рокер какой-то психический. Я на самом деле вообще в Гарри Поттере вижу первый раз таких быстрых монстров. Обычно так не делают быстро. Делают медленнее. Анимация есть. Анимация есть? Да, он... А ну пусть он меня замочит. А, да, я вижу. А что у него... Он вытирает, кстати, топор, когда убиваете. Смотрите. Оп, и вытер типа, его. Делает, типа, чтобы ты к нему подошел. Типа, иди сюда. Не-не, он вытирает топор, когда убивает тебя. Вот смотри, сейчас замочит меня, видишь? И вытирает об рукав. Да. Хватит, чтобы ты к нему подошел. Да-да-да, нет, не просит. Он просит, чтобы его взорвали. Так, ребята, очищай карту. Отключаем искусственный интеллект, и мы сейчас их будем взрывать. Всех ставим, всех. Грэдвича. Музыка у всех прям играет жесткая. Так. Отлично. У каждого NPC есть музыка. Представляете, насколько круто сделан этот пак? Прям респект разработчику. Так, пацаны, сбрасываю бомбы. Отходите все отсюда, обязательно. По старой схеме будем сбрасывать Грэндвич 1000, СЦ-1000. Раз, два, три, четыре, пять. Все, отходим, отходим все. Летит. Три. Два, один, пуск. Так, сейчас будем, ребята, смотреть, кто из них самый живучий. Вот это именно осколки поразлетались.
кажется, еще не за один за ним. Ну там парочка умерла, я видел. Раз, два, три, четыре, пять. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Skyforum, Гусанёк, Профит. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, мы скачали очень классные пак NPC, радужные друзья, и будем делать на них обзор и смотреть, что они могут. Если тебе, Дегушки, приятного аппетита, а мы начинаем делать обзор. Погнали. Первый у нас Nightmare 500k. 500 жизней у него? Не. Я для начала буду отключать им искусственный интеллект, чтобы они нас сразу не убивали. Рассмотрим его. Очень классно, детализированно сделано, и весят они, кстати, каждый пак, тут их 3 штуки, по 150 мегабайт, это довольно-таки немало. И у них, кстати, есть всякие умения и способности. Так, какие-то у него 3 шарика. Кстати, я эти радужных друзей ни разу не видел, вы их видели, пацаны? Да, я видел, они хайповые. И хочу еще, ребята, вам сказать, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайкосик. Мы выпускаем ролики каждый день, если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где? В описании. Я отключаю искусственный интеллект, смотрим, как он мочит. Ого, он быстрый! На, вот у него, видите, какие умения есть? А что, на расстоянии бьет, что ли? Читер, да. Да, кстати, они очень высоко прыгают. Ой, что? Звук какой-то появился. А это у него другой... Он съел тебя, что ли? Убийство. Да. На расстоянии. Давайте я буду стоять, не двигаться. А он просто, видите, он может или съесть, или просто вот так красиво бить. Какой-то псих. Ну, очень дебелый псих. Он очень быстрый. Ого, а что-то кровь он бьет на там, а кровь сверху. Это законно, что ли? Какие-то эффекты у него. Очень классные эффекты. Че, может, давайте его помочим? Давай. Посмотрим, сколько у него жизни. Если очень много жизней, тогда будем этот... использовать этот искусственный пистолет. Админский пистолет. Настроение, ребята, отличнейшее. Мочите, мочите его, он меня сейчас убьет. Блин, да я даже бы не хопом убежать не могу. Представляете, какой мощный? Ну, у него очень много. Да, у него, наверное, 500 хп. Гусанёк, бери админский... О, два я лучше буду его мочить. Сейчас мы возьмем админский пистолет. Я буду правой кнопкой мыши мочить, потому что с левой там много тысяч, а на правую... О, о, его убили с пушки. Убили. Значит, у него, ребята, не 500 хп, как мы где-то думали. 10 тысяч. Так, следующий у нас Nightmare Blue. Отключаем искусственный интеллект обязательно, потому что они сразу начинают нас мочить, а мы хотим их порассматривать. Ой-ой-ой-ой-ой, какой классный, да, пацаны? Да. Это как бы обычный, но его немножко доделали, у него какие-то булавы появились на голове. Да-да, язык у него прям, смотрите, это что у него, кровь, да, типа капает или что? Да. Офигенно, анимация сделана. Все, включай искусственный интеллект. Погнали. Ай. Ух ты, сразу троих убил, представляете, как он мощный? Вот это он псих. А давайте попробуем, можно вообще от него убегать? Нет, у него... Короче, невозможно убежать бенни-хопом, потому что нереально большая скорость у него. Если, ребята, этот ролик наберет 3000 лайков, мы запишем вашу любимую рубрику, когда мы будем на машинах убегать от них. Так как в них можно вселяться. Да, очень хорошо. Давай, 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 давай. Мочи, мочи. У него больше. Гусанёк, а что у тебя так шары быстро вылетают? Это я зажимаю левую кнопку мыши. А я не знал, что так можно. Кстати, если зажимать, они больше урона наносят. Век живи, век учись, и дурачком помрешь, да? Так, поехали. Nightmare Green. Так-с, смотрим. Воу, это тоже как оригинально, но их просто доделали очень мощно. Зычок. У них на голове везде какие-то шипастые штуки, да, добавили? И когти, у него раньше... Разве были такие когти или нет? Не, у него были маленькие ноготочки. А это прям, как будто он не мылся и не стригся. Еще какие-то штуки у него здесь вот торчат, смотрите. Это ребра, да? Канализация живет. Сзади. Офигенный монстряка. Очень стрёмный, ребята. Если вы ночью такого увидите, бегите сразу. Это очень опасно. Поехали, включай искусственный интеллект. А, блин, мгновенная смерть. Вот это он наказывает нас. Побежал, побежал. Давай, давай, мочи, мочи его. Давайте тоже постреляем. Где мой арбалетус? Блин, даже не успел достать арбалет, он настолько мощный. РПГ. Эй, отвали! Да блин, это жесть, я его боюсь. Он когда на меня подходит, я начинаю что-то его бояться вообще. Ты вот смотри. Ты, дуралей. Ого. Друг друга не мочите. Я так люблю только делать. Все. Гусанёк, у тебя шары, конечно, какие-то мега читерские, но они мочат. Как так быстро? Ну учитесь, пацаны, это ж, видите, Гусанёк же ж профессионал по мочению монстров. Так, следующий у нас Nightmare Orange.
Воу-воу. А ну давай попробуем его вселиться вообще. Что с этого получится? Кстати, я помню такого только в другом. Маленького, да. Ой, извини, обстоятельства. На правую кнопку мыши я съел его. Это сейчас я им управляю, пацаны. Как будто бы эндермен с Майнкрафта. О, смотрите. Прикольная анимация. Офигеть. А ну на F. О, на F, смотрите, что я делаю. Покажи. Ха-ха-ха, класс! Так, ребята, я, короче, буду в каждого вселяться, потому что, мне кажется, они не используют полностью свои возможности и всегда по-разному мочат. Есть. А ну... Вот это полет! Эй, сам себя убил. Так, ребята, давайте, наверное, вы меня помочите, а я побегаю за него, помочу вас. Опа! Блин, он как чужой фигачит. Тихо, тихо, тихо. Все, убили, убили. Так, следующий у нас Nightmare Pink. Ой. Ай. Так, я вселяюсь в него. Так, я говорю, вселяюсь в него. Отлично. У него такой походняк, только не мочите, подождите. На правую кнопку мыши, что он делает? А ну стой, дай. Ого. А чё он? Оно на большом расстоянии, что ли, убивает? Да, смотрите. Тихо, тихо. Он, видимо, а все, у него возможности разом нету больше. Я нажимаю правую кнопку мыши. Это а ну, кундау, наверное. Ой. Ты что сделал? Класс! Офигеть. Ха-ха-ха! Он убивает... У него самонаводящиеся ракеты какие-то. Смотрите, он сам стреляет метко, я даже не прицеливаюсь. А ну так если боком я стану и стрельну. Ну стойте, стойте. Да, сам наводится на врага и мочит его. Да, на правую кнопку мыши у него какое-то ограниченное количество раз он может убивать, больше он не может. Это очень, конечно, странно. Эй, слышь ты, умри. Что ты, он убил тот, кто сзади. Изи. Офигенные монстры. Следующий у нас Nightmare Pink Girl. О. Ого, девочка. Моя. Она похожа на какого-то дьявола, да? Ай. А чё она сделала? Ну дай я подойду. Ай. Это типа яда. Пауки Ай. Яд? Да. Потому а все, она не убивает. А чё она вообще убила, если искусственный интеллект отключенный? Мы не можем возродиться с форумом. Она на нас какой-то яд насилила. За и вы что, теперь возрождаете? Нет, все, два раза умираешь, получается. Да стой, не убивай, не убивай, дай я посмотрю, что она может. О, ай. Опять убивай. Вот, смотри, я ядом фигачу. Ого, скорость! Ну да, от них на машине прям тяжело будет уезжать. Вот это прыжок! А в воздухе не могу мочить? Было бы классно, если в воздухе. Эй, ты что делаешь? На тебе за это. А на правую кнопку мыши, стойте, дайте посмотрим, что на правую делает. Не убивай гусеняк, проверим. Съедает. Блин, классно, пауки на руках. Да, ребята, этот ролик точно заслуживает вашего лайка, если вы хотите, чтобы мы реально с ними сняли еще какую-то очень крутую рубрику. Я думаю, это получится. Ну, нереально высоко прыгать. Смотрите, я прыгаю, в принципе, выше небоскреба. Я попал у тебя шаром, типа, видел? Да, это реально? На. А все, я опять умираю. Все, убили, убили. Так, следующий у нас Nightmare Purple. Так, давайте мы ее удалим. Да я умираю. Вот это жесть, просто нереальная. Ой, какие глаза. Очень страшный, очень. А что это у него на ноге? Это что, пасть крокодила какая-то? Да, Монти, да, наверное. Да, это крокодил. Его Монти Фернобыль съел. Да не, ну не Монти, а похоже реально на крокодила. А вот это вообще у него рука. Голова крокодайлуса. Так, давайте мы в него вселимся и посмотрим, что красивый он может. Такой. Ой-ой-ой, как он ползает! Это как мама длинные ноги. А я бегаю! И даже ребята дрифтуют немножко, смотрите. Класс! Так, давайте смотрим на правую кнопку. Это F. Ай! Покажи еще раз. Как меня боком убил? А как? Это на расстоянии убивает? А ну сейчас еще попробую. А все, больше... У него несколько раз только он может убивать, больше не может. А не может. Ого! Класс, класс. А на левую кнопку мыши? Чвякнул! Смотрите, просто подходишь. Придавил! Чвяк! Офигеть! Блин, мне этот очень нравится, пак на монстров. Один из лучших, в принципе. Вообще, в последнее время на Гаррис Мод выходят очень классные моды.
Прям, знаете, как ожил Гарри Смот с такими модами. А ну, прыжок. Вот это! Смотрите на анимацию в воздухе, когда я лечу. Да ладно, попал по мне, нифига себе. Что это за оружие такое? Все, замочили. Да я, конечно, поддался немного, как всегда. Так, поехали дальше. Nightmare Red. Вот это он стрёмный. Босс дьявола какого-то. Так, вселяемся. Да, если не вселяться, то, в принципе, вообще непонятно, какие у них умения есть. Надо было вселяться и в первых. Куда побежал? Так, смотрите, смотрите на мою анимацию, смотри, смотри. Нифига себе. Я прям газую задним ходом. Беговой. Так, а ну на правую кнопку мыши. А чё за звук крячки? Чё за курица? Курица. Чика, наверное. Чё, курица, что ли? Это друг гусенька. А на правую кнопку мыши. О, а чё это со мной? Пердит. Ты. А смотрите, теперь после этого я горю. Видите, вокруг меня как у огонь. Тебя ярость. А если я подойду к тебе, ты будешь умирать? А ну стой. Это как я, да. Мы не можем это, к тебе подойти вообще. Это как красные гранаты, типа. Класс. Бомба. Моментально. Да смотрите, я хожу, теперь я могу просто мимо пробегать, и вы умираете? Блин, это вообще читерски немножко. Ого, он так быстро бегает, что даже через эти прорезы на крыше пробегаю. Ой, не, застрял. Ой, ой-ой-ой. Что со мной? Монстры, давай не чуди. Я забагал Гарри Смот. А что со мной? Стойте, стойте, еще раз я в него вселюсь, потому что что-то у меня там произошло нереальное. Ой. Ай. Поджигаемся. Ладно, давайте, мочите меня. Расфигачивайте. Давай. Все, был помочь. Только жизнь у меня. Смотрите, я даже не шевелюсь, настолько они мощным оружием бьют, а мне нифига. По 50 тысяч. Да не, мне кажется, меньше. Ого, электричеством, я огонь, весь в дыму стою. А мне нифига, вообще, смотрите, босс идет. Просто уничтожитель людей. Людей? Людей только. А всех подряд. Он типа как босс идет. Вот это мощь. Короче, нифига. Мне такое ощущение, что у меня жизни у этого монстра больше, чем у тех. А ну, встанем в гранату красную. А, все, все, слился. Так, последний у нас Nightmare Yellow. О, гусанек, твоя родственница. Смотрите, у меня сзади голова пустая. Это что? Это гусенька нету. Ого. Ого, штыками убивает. Смотрите, что я делаю, анимация какая. Офигеть. Ого, это супер умение было на F, смотрите. Я телепортироваться могу, смотрите, я могу точку выставить, где я появлюсь. И убивать даже. И сразу убивать, да? А ну, куда я еще? А могу там в дом? А не, не могу, далеко не могу. Зря оружие брал только. Все, убили. Так, давайте теперь вот этих первых проверим, потому что мы их ставили. Давай. Искусственный интеллект, а я хочу ими поуправлять все-таки. Мне кажется, что-то тоже они умеют. Вот, видите, кричит. На правую кнопку мыши такой он съедает. Он кричит. Ну ой, да, классно. А ну на F. А на F он ничего не делает, кстати. Именно этот. А это просто удар. А вот, да, все-таки есть какое-то умение у него. Ой, пушки повыпадали. А, все, убили. Так, теперь проверим Nightmare Blue, потому что мы их не проверяли. Смотрите. О, вот это супер удар. А что, не умер, что ли? Я с него выкинулся, что ли? Ого! А если я так буду прицеливаться на игрока? А, все, убили! Убили. Так, и вот этого мы не проверяли еще. Тех мы уже всех проверяли. А я иду, 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 иду! Ой-ой-ой, а ну стойте, не убивайте, не убивайте! Ну? Он далеко бьет? Это... А, он все, не давай бьет? Давай проверим. А ты можешь просто идти, он будет бить сам. Да, кстати, вроде. А ну давай проверим, я ничего не нажимаю, иду. А ну стойте, подойди ко мне. А, не. Не, это, а это я миф. Шел, я мог бить. Да, я тоже видел. Ну видно, у них как-то по-разному это работает.
А, на shift нажми, shift зажми. А у них еще есть... А, да, видите, я там shift нажимал на тех, они просто быстро бегали. Я же думаю, что как. Это что, он прям бежит и прям дамажит в это время? Да. А, можешь не нажимать даже. Ладно, мочите меня, мочите. Эй, ты что делаешь? Битва монстров. Я забыл. У меня мощнее монстры. Все, давай. А ну-ка, давайте все-таки вот это вот мы проверим. Ого. Шифтом. А, просто быстро бегает. Да, я в принципе всех с шифтом использовал. Они просто быстро бегают. Последний тест. Будем их взрывать мощной бомбой. Отходите все. Проверим, кто из них в принципе выдержит взрыв. Потому что будет равномерно распространяться урон у них. И с таким образом мы выясним, кто самый мощный из них. Так, пацаны, отходите обязательно. Давайте по стандарту возьмем СЦ-1000, потому что это самая... Я взял уже. Бомба. Так. Раз, два, три. Отходим. Отлетаем, улетаем, убегаем. Беги. Надеюсь, не зацепит. Зацепит. О, зацепило. Но я не зацепила. Одного убила. Одного убила. Это который... Кто? Он самый слабый был, пацаны, получается. Это как крячка. Крячечка была самая маленькая и без слабенькая. Мозгов. Отходите. Отходим, бегите. Отходим. Ну блин, он зацепит по любасу. Ой-ой-ой. А ну давайте посмотрим. Вот, ребята, остаются самые мощные. И еще кидаем, посмотрим все-таки, кто останется последний выживший. Ой, что-то мы много кидаем. Ничего страшного, зато убьем. А мы тогда всех убьем. Я хочу, чтобы кто-то остался в живых. Да, тут ой, компьютер плачет. Компьютер плачет? Ладно, чтобы ты не плакал. Все, ребята, как я и сказал, когда мы его проверяли, сразу сказал, что у него больше всех жизней. Это была правда. Давайте тогда напоследок мы убьем его админским пистолетом. Что? А нельзя. Нереально мощно. Нереально, да, я его тоже пробегачу. Если вам понравилась эта серия и этот обзор монстров, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!